Да, 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 все просто великолепно. Да, да, все просто зашибись. Ты к этому клонишь? Просто отпад. О, черт! Столько лошадиных сил и никакого простора для галопа! Ну, Север, поехали! Вот так работает во время тренировки наш Хэнк, лучшая полицейская собака Баффало. Это был Фил Сайдман из Центра служебного собаководства, Пятый канал, новости. Стоп, камера. Смотрите, кто нарисовался. Ты с Седьмого канала? Это у тебя крыша съехала? Был такой момент. Что ты здесь делаешь? Ищу сюжет. Здесь его нет. В этом пруду все рыбки уже выловлены. Обычное дело. Однако, моя интуиция подсказывает, тут есть что-то. Так действуй. Она тебе уже хорошо послужила. Эй, Хэнк что-то нашел вроде. Сюда, здесь труп. Черт, камеру, быстро! Дверь захлопнулась. У каждой собаки есть счастливые дни. Хочешь заработать, малыш? Конечно. Умеешь пользоваться этим? А то. Кажется, настроено. За дело. Сегодня возле центра служебного собаководства в Баффало было обнаружено тело без вести пропавшего Джимми Хоффа. С места страшной находки Брюс Нолан. Спасибо, Джейн. Сейчас в кадре вы видите, как труп осторожно эксгумируют. Его отправят в лабораторию на анализ ДНК для установления личности погибшего. Впрочем, это простая формальность, поскольку, как ни странно, на трупе нашли свидетельство о рождении и полную стоматологическую карту. Такую находку я бы назвал праздником для любого кинологического подразделения. Но Хэнк на этом не успокоился. Не прошло минуты, как он задержал телевизионщика, у которых было 220 фунтов марихуаны. Это не наша травка! Я клянусь! Я Брюс Нолан. Да, такие вот у нас пироги.